По поручению мэра Анапы Сергея Сергеева сформирован первоначальный список строительных объектов, возведенных или возводящихся без разрешения, либо с нарушениями. Со списком данных объектов можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Открытые данные», подраздел «Незаконное строительство». По каждому конкретному объекту предоставлена полная информация и фото. Позиция мэра Анапы Сергея Сергеева понятна. Анапчане и гости курорта должны знать, что приобретая жилье или коммерческие площади на таких объектах, они рискуют войти в категорию обманутых дольщиков. Объекты из данного списка не будут подключаться к городским системам коммуникации, а значит, покупатели не получат доступ к коммунальной инфраструктуре. Список самостроев будет актуализироваться и дополняться. А пока самовольно возведенные дома отмечают говорящими наклейками. Проходя или проезжая мимо самостроев, анапчане и гости курорта должны видеть антигероев.